первого полета в космос, что вот вы туда выходили, что вот это именно так, все готово. Да. Миф такой есть, который разрушается очень быстро. Правда, я не был сторонником этого мифа. Я знал, что Земля круглая. И из космоса это не, тем более очень хорошо. Поэтому вот, кстати, к сожалению, я с удивлением узнал, что в интернете есть обсуждение, якобы теория о том, что Земля якобы является плоской, не круглой. Меня это совершенно дико после того, что что я изучал в школе по физике, по астрономии, то, что было для меня постулатом, я признаю, что есть люди, которые считают, что это не так. Поэтому, вот, наверное, для таких людей это было бы открытие, то, что Земля является круглой. А не после меня, конечно, таких открытий. Чем космонавты говорят между собой в полете, непонятно, что это.